Депрессии, проблем с памятью и склонности к бродяжничеству у Ирины не было, и безвестное исчезновение стало неожиданным для всей семьи. Когда Ирина не вернулась, а телефон ее оказался выключенным, родные стали ее искать. Пока никаких вестей о ней у них нет. На возвращение женщины надеется вся семья. Я хочу, чтобы мама вернулась поскорее домой. Все, кто хоть что-то знает или где-то мог видеть Ирину Потапову, могут позвонить по номерам, указанным на экране. Возможно, именно ваша информация поможет найти человека.